Ливерпуль. В таких матчах игроки не жалеют ни себя, ни соперника. Но пока что они готовятся к игре. Матч совсем скоро начнется. Никуда не уходите. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы в Ливерпуле на стадионе Гудисон Парк, старейшем стадионе Англии. Сегодня в гости к Эвертону пожаловал Ливерпуль. И ириски позаботятся о том, чтобы обеспечить соседям теплый прием. Дерби Ливерпуля на ваших экранах. И всего через пару минут начнется настоящий английский футбол. На экране состав команды хозяин. Висан Бен Йедер. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Без единого шанса для вратаря. Великолепный удар головой. Очень здорово исполнил. Прицельно, мощно, результативно. Сегодня у нас сыграют лидеры турнирной таблицы. И от того, как они это сделают, возможно, будет зависеть судьба чемпионства. В общем, футбол обещает быть... Удар по воротам. Опасный удар, но мяч проходит мимо цели. Действительно неплохой получился удар. Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Вейналду. Идриса Гея. Висан Бен Йедер. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Эмиль Форсберг. И пробил игрок. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. После ответного мяча у нас 1-1. Дерби между Ливерпулем и Эвертоном одно из самых дружелюбных, если это слово вообще применимо к понятию дерби. Во многих семьях есть болельщики как синих, так и красных. А во время матчей даже не практикуется раздельное размещение фанатов на трибунах. Что, в принципе, вообще большая редкость для дерби. Форсберг! И удар с угла поля исполнит Ливерпуль. Навешивает Ди Мария. Хороший вынос мяча из штрафной. Спасает свою команду от гола этот игрок. Могли забить, если бы не защитник. И правильно, долой мяч из штрафной. Идриса Гей. Хорошо увидел партнера впереди. Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. Можно провести контратаку. Отличный вынос. Коке. Хорошо мяч перехватили в атаке. Висан Бен Йедер. Можно забивать. И спасает вратарь свою команду. А ведь этот парень уже забивал сегодня, кстати. Мог и дубль сделать. Эмиль Форсберг. Криштиану Роналду. Нигры здесь боковой фиксирует. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ну что, первый тайм подходит к концу, и у нас в мерсисайдском дерби нет не только лидера, но и даже предпосылок к его появлению не намечается. Абсолютно равная игра. Знаешь, Георгий, в таких принципиальных встречах взрыва можно ожидать в любой момент. Я бы сравнил команды с боксерами, которые в первом раунде осторожничают и на... Висан Бен Йедер! Криштиану Роналду. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Выручил он свою команду.
Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Попадает под прессинг. Отлично они в контрпрессинге сыграли и вернули себе мяч. Роналду ведет за собой команду в атаку. Он накручивает соперников одного за другим. Такой шанс мог бы вывести команду вперед. Хауме Коста. В основном времени арбитр решил добавить 2 минуты. Гоке. Мохамед Салах. Эмиль Форсберг. Роберто Фирмино. Паразу сумели ответить. В мерсисайдском дерби закончен перерыв. Ливерпуль и Эвертон на поле. Мяч в игре. Счет после первого тайма равный. Это слишком принципиальное противостояние, чтобы такое положение дел устраивало команду. Отличный момент есть. Штанга. И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Ну что, время подумать о хет-трике. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Джорджиньо Вейналдо. Андре Гомес. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Ди Мария. Салах. Криштиану Роналду. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Андре Гомес. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Мяч в штрафную у Форсберга. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Ди Мария. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Висант Бен Йедер. Атака прервалась на подступах к штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Висант Бен Йедер. Удар по воротам. Опасный удар, но мяч проходит мимо цели. Действительно неплохой получился удар. Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Ливерпуль начинает атаку. Роберто Фирмино. Коке. Спешит игрок Ливерпуля, будет подавать угловой. Углового подает Коке. Защита первая на мяче. Вынос. Можно сделать навес. Опасно! Угловой для Ливерпуля. Мяч летит в центр штрафной. Ван Дейк. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну что сказать, голище. Очень грамотно они разыграли этот стандарт и смогли с него забить. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 счет. Вейналдо.
на Бельфики. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Роберто Фирмино. Криштиану. Фирмино. Роналду. Роналду ошибся. Мяч за боковой введут футболисты Ливерпуля. И еще один форвард появляется на поле. Вполне ожидаемая замена, потому что надо забивать. Проигрывает пока команда. Тут выбора уже нет. Роберто Фирмино с мячом. Опасно! Салах. Ох, какой гол! Какой гол! Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Вейнал. Дженк Тасу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Какой момент! Нужно бить! 2 минуты. Опасно может быть, в штрафной есть на кого подать. Ливерпуль победит. Болельщики это знают, и они сегодня так поддерживали свою команду, что у той просто не было выбора. Надо было побеждать. У Ливерпуля вообще особенные болельщики, и сегодня они действительно потрудились на славу, поддерживая свою команду. Отправляет судья команды в раздевалку.